Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку серии Machine Holy Play, 7-й сир, мы здесь Кирилл Путбуль, не забывайте о 7-й регистрации. Итак, короче, сегодня это будет пока тушечки. Я задонил на випку, но випки у меня осталось один день, пацаны, я 6 дней не играл на 7-м сервере, поэтому... Да, просрал немного випочку, потому что, ну, я был занят, там, на родине снимал, на первом сервере и так далее. Короче, я был занят, поэтому я на 7-м не снимал, но сегодня буду снимать. И сегодня мы покатаемся на шахе, потому что завтра випки уже не будет, а я хочу на нашей красавице шахе покататься. Кто ее помнит, пацаны, то те красавчики. И напоминаю вам, как только мы набираем под этой серией 100 лайков, выходит новая серия. Я вам уже об этом говорил. Все зависит от вас, пацаны. Мне нужна от вас отдача. Если будет отдача, то есть лайки. То есть лайки ставите. Нормальный просмотр. Далее будут выходить серички. Потому что я вон снимал видосы всю неделю прошлую. 20 видосов по мазинку выложил. Активности от вас я не увидел, честно говоря. Поэтому будем делать так. 100 лайков, новая серия. Я думаю, это справедливо, потому что я для вас стараюсь, снимаю, а от вас отдачи я не видел. Серьезно. А так будет 100 лайков добираться. Новая серия, я думаю, так будет нормально. Короче, садимся в машину. Я, блин, только проснулся буквально 10 минут назад и серию сразу решил записать, короче, да. Шаха у нас в полном тюнинге, кроме гидравлики. Гидравлику я не ставил, потому что... Да нахер она нужна? В принципе, у меня 90 тысяч, мне 40 тысяч подарил Кривко, я у него фамилия помню, а имя я что-то забыл. Так, что у нас по финду, давайте посмотрим, я в итальянской, не, в русской мафии восьмерка, да. Извиняюсь, я чуть туплю, потому что утро я только проснулся, блин, и немножко, да, туплю с утреца. Так, погнали, прокатимся на нашей шахе. Она валит так нормальненько. Ух, блин, 117. 117 км она едет. Такие покатушечки сегодня на шахе будут, но не только покатушечки. Сейчас мы можем съездить в банк. Мне нужно оплатить за дом. Обязательно нужно заплатить за дом. Спасибо еще раз, Андрей Поляков, за то, что ты подарил мне домик, если ты это смотришь. Да, кто не знает, мне подарил админ дом. Серия есть на канале, можете также ее посмотреть. Блин, что за приколы? Я только начинаю снимать, короче, меня крашит. Я уже пятый или какой раз начинаю снимать. Я сначала записал, и тут доехал до Южного, меня крашит. Выехал, тоже ехал до Южного, крашнуло. Блин, что за приколы? Реально. Что-то на 7 меня жестко крашит. И, блин, запись прорывается из-за этого. Я решил поехать рядом в Батыревом, блядь, может, в Южном, типа, только крашит. Надеюсь, что только в Южном крашит. Наша шаха валит, короче, нормально, 116 км. Я ее помню, ее тюнил. У меня УАЗик тоже в полном тюнинге, кстати. Но просто я шаху решил взять, потому что я на ней вообще почти не ездил. Вот на серию я купил, затюнил и все. И у меня последний день випки остался. И, блин, я хотел взять покататься. Мне ее цвет очень нравится. Такой, блин, прям темно-зеленый, насыщенный такой цвет. Прям вах просто. Просто прям охрененный цвет. Мне очень нравится. Реально, мне очень нравится. Я хотел научиться ездить, на самом деле. Но, хз. Если меня так крашит, блять, я не думаю, что есть смысл на ВЧ ехать. Ну, не знаю. Сейчас мы съездим в банк сначала, как я и говорил. Потом уже что-то подумаем. На самом деле, идей у меня вообще нету, что здесь можно поснимать. Потому что на первом я уже снял все, что угодно, блин. И повторяться я не хочу. Чтобы вы понимали, я повторяться не хочу, так что пишите свои идеи в комментариях. А кому нравятся идеи другого человека, то ставьте лайк, чтобы я знал. Потому что мне нужны идеи от вас. И если будут идеи хорошие, то я буду здесь часто снимать на 7-м сервере, не только на первом. Поэтому дерзайте, пацаны, пишите свои комментарии. Ебать фут, я ебал просто. За это должны въебать ему пиздюлей. Не знаю, возможно админы... Хотя админы навряд ли смотрят мои видосы, хотя может и смотрят.
Давайте я там сделаю, чтобы мы пиздюлей дали, если кто-то из аминов посмотрит за фут, вот. Рэй Арацифе, он хочет, я так понял, Марти, пиздуй сюда. Жди ему, дружище, я тебе могу сказать. Так, оплатить, а, блядь, ебать, я губу раскатал, бизнес, ага. Так, я угадал, я же с ним не заходил. Так, стоп, положить. Десяточку положим, короче, оплатить дом, 6 дней еще. Все, я оплатил дом, так, оплатить дом, на 30 не оплачено. Но мы не только за этим пришли, я хочу задать дополнительный банковский счет. Откинь дополнительный банковский счет. Сколько, 10 тысяч стоит? Окей. С 5 уровня. Угу. Раскатал, блядь, губу нахуй, ебаный в рот. А как, сколько мне еще осталось, чтобы у меня был 5 уровень? 1 час отыграть. Ну ладно, тогда мы себе счет создадим в следующей серии. Думаю, вы со мной согласитесь, короче. Банковский счет, для чего я уже расскажу в следующей серии, для чего я решил создать этот банковский счет. Пробег на ней всего лишь 23 километра, пацаны. 23 километра. 23 километра. Сука, что-то я угарнул. Ладно. Давайте сейчас проедемся, не знаю куда. Ну вообще давайте сходим, хуй с ним, ладно. Хотя там мы не можем сейчас писать патроны, но, блядь, хуй с ним. Ладно, хоть постреляться можно будет. У меня здесь куплены все скиллы. Давайте май скилл. Скилл, да? Вот, все нормально, короче, есть рецепт на дихол. Поэтому надо пойти слиться на ВЧ, да, потому что я хуёво стреляю. Я это уже 100 раз говорил, поэтому не нужно писать, ой, блядь, ты ноль там и так далее, блядь. Я сам это знаю, что я хуёво стреляю, поэтому не нужно мне об этом говорить. Все, я думаю, вы меня услышали. Так, давайте я перелезу в заборчик сейчас аккуратненько, так, так. Хуяк, наша ха, блин, просто низкая. Хотя можно было, блин, на нее гидрач поставить. Но, бля, не хочу я классику портить, пацаны. Это ж классика, бля. Это классика, блин. И тем более такая сочная у меня прям. Сосочка просто, сосочка. Можно будет, кстати, ее разыграть. Если вы хотите, напишите об этом в комментариях. Ну, а я погнал сливаться на выче. Тимурка Хабибов, привет тебе. Он попросил меня привет передать. Марти, пойдешь к нам, Фому. Одни норм, пацаны. Блять, прям мастер пиара Фомы, блять. Я просто ру. Я уже добежал до ВЧ и, блять, точнее до склада, и здесь никого нету. Спасибо. Я на ВЧ один. Мультиаккаунт читера. Ну да, я не смогу сейчас брать. Склад закрыт, сука. Обидно, блин, даже постреляться не с кем. Только зря сюда бежал, короче, получается. Эх, не удалось вам оценить, как я бы слился. Ну ладно. Хотя, может быть, не слился, не знаю. Я редко стреляю, вот это пых-пых-пых, вот это редко, блин, делаю. В основном без оружия, просто бегаю и все. Как бы, поэтому да. Так, кто там у нас зашел? Ебать, шаха просто соска, блядь, охуенная. А жалко, блядь, будет с ней расставаться, если вы, конечно, захотите конкурс. Цвет просто такой пиздатый, блядь, я просто в шоке. Надо его запомнить, какой это цвет. Какой это цвет у нас? 239 цвет, пацаны, запоминайте. Цвет просто бомба, блин. Вот именно ей идет реально. Этот цвет. Это он же едет, да? Ку. Нихера себе вы тут е. Вор 3 восьмерки, ебать. Нормально. Нормальный аппарат. Садись. Давайте я ему открою дверь. И куда-то полез. За руль, да? По-любому сейчас за руль сядет. Ну. Куда тебя? Давайте подвезем чувака, я думаю. Я просто нагибаю, блядь, Мерседес, смотрите, просто. Вот это вот валит, блин, смотрите, просто Мерседес. Мерседес не может догнать. Стоит сколько? Я не помню, она, по-моему, 100 тысяч стоит. 100 тысяч вроде. Вроде в салоне. Но она у меня фулл тюнинг.
Она у меня фулл тюнинг, пацаны, поэтому она валит. Понимаете, на самом сервере ни у кого чип-тюнинга вообще нету. Просто единицы людей, у которых есть чип-тюнинг. Просто, смотрите, Берс не может догнать меня просто. Я в шоке, реально. Так, здесь у нас ремонт дороги. Так, давай. Смотрите, просто Берс врезался вообще. Без вариков вообще. Просто без вариков. Реально, шаха просто Мерс натянул, понимаете? Вы реально здесь можете на седьмом натягивать на шахе Мерседеса, потому что у них нету чипов. Понимаете, вот что прикол. Может дать много на машину бабла. Давайте я ему дам пай. Давайте я ему дам 20 тысяч, короче. Я думаю, ему этого хватит. Хотя я сам в деньгах нуждаюсь, в принципе, да, чуваки. Поэтому не забывайте ему ник там при регистрации вводить. Я получу, когда вы достигнете 5 уровня, 50 тысяч. И вы также тоже получите 50 тысяч. Поэтому, пожалуйста, пацаны, давайте. Не надо тут. Давайте, вводите мой ник, и все будет заебись. Потому что, да. Я бы конкурсы тоже подделал, но, блин, раньше шаху могу разыграть вот эту. И то, блин, надо будет потом... Хотя, если у вас будет... Хотя, блядь, что я запутался, короче. Ладно, решим потом, как ее дать, если вы захотите конкурс. Сейчас чувака до бани подвезем. Бля, шаха просто мощь. Отвечаю просто. Шаха мощь, пацаны. Так, нас Мерс догнал, но ненадолго, смотрите, просто в космос уходим, реально. Бочком, пацаны, бочком, ебать. Вот это дриз, блядь, вот это дриз был просто. Блин, реально натягиваем Мерседес. Так, здороваемся тут, короче. Я хочу скриншотик сделать, так. Пал. Вот такой скриншотик надо сделать, пацаны. Просто шаха наказала Мерседес, реально. Просто жесть. Реально, просто жесть. Так, включаю бит первого лица. Сейчас тезра выключу. Чувак попросил подождать его. Но, ладно, мы его подождем, в принципе. Давайте я ему, наверное, пуху кину. Сегун, когда выйдет видос? Сегодня выйдет видос, дружище. Ладно, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.